Ну вот мы в аэропорту Доха, и 8 часов нам буквально надо всего лишь посидеть в аэропорту, и после этого вылетаем в Сингапур. А уже из Сингапура в нашу дорогую, любимую Папуа Новую Гвинею, Порт Морсби. Здесь центральное место, где все фотографируются вот с красавчиком таким желтым. И мы поэтому, как сами желтые красавчики нашей команды, тоже сделали фото. А так аэропорт прекрасный, хорошее, все современное. Поэтому я думаю, что будем мы жить великолепно тут. Точнее, не жить, а 8 часов. Надеюсь, что доберемся за 2 дня.